Всем привет, привет, дорогие друзья! Ну что, у нас вовсю сегодня начал шагать пятый каталог. И мы, конечно, подводим итоги по каталогу 4. И вы видите, что в этом каталоге мы разыгрываем шикарнейший набор для уборки, который оценит любая хозяюшка. Здесь идет и две джутовых салфетки, точнее набор и джутовая маленькая салфетка. Также салфетка для кухни очень классная. Затем салфетка-варежка. Ну и две еще помощницы для мытья посуды. Ну что, начнем. Мы видим, что разыгрывается 4 наборчика. Условия такие же. Заходим в генератор случайных чисел. И погнали. Итак, в первом наборчике участвует 104 участника, 173 номерочка. И первым победителем будет у нас номер 132. Кто же это? Это моя структура Левкевич Наталья. Наталья, поздравляю вас. Мы с вами недавно совсем общались. Вот не зря вы впервые сделали 100 баллов. Поздравляю. Вы выиграли вот такой вот классный набор. Второй участник это... Всего в структуре Ольги Сенкевич 24 участника, 38 номерочков. И это номер 16. Так. Не то, что нужно, открывается. Структура Панасюк Натальи, Хомичка Светлана. Светлана, поздравляю вас, с вами свяжутся и расскажут, как забрать вот такой вот шикарный наборчик. Третий подарок. 64 участника, 120 номерочков. 120 и номер 104. Это Самстыка Анна. Анна, поздравляю вас, с вами свяжутся и расскажут, как и когда забрать вот такой вот крутой подарок. И структура Лыбко Любови. 35 участников, 67 номерочков. И это номер 57. Строганова Ольга. Ольга, поздравляю вас. С вами свяжутся и расскажут, как забрать вот такой вот шикарный подарок. Напоминаю, что каталог 5 у нас действует 3 недели. Условия розыгрыша остаются, несмотря на то, что пока временно приостановлена продажа косметики для дома. Мы продолжаем работать. Цены в Беларуси еще сохраняются прежние, поэтому спешите приобрести. Ну, а что мы будем разыгрывать? Ваши наставники уведомят в своих чатах. Ну и напоминаю, кого еще нет у нас в команде, всегда под этим видео есть ссылочка для самостоятельной регистрации. И, конечно, давайте дружить в соцсетях. Всем удачи! Всем успешных покупок в каталоге 5. До скорых встреч. С вами была Ольга Карпович, бизнес-проект-партнер.